что вот мы вместе даем возможность таланту почувствовать и поверить, что нужен он нам с вами, что нужен он своей стране, и еще больше дать возможность, стимул ему, чтобы развиваться. Мы присутствуем в Суздале на нашем юбилейном концерте нашей удивительной школы новых имен. Грандиозная площадка, вот такой open-air. У нас сегодня потрясающий состав участников. Здесь будет огромное количество человек в этом гениальном месте. Я хочу вас познакомить с замечательными нашими друзьями. Как ощущения, ребята? Нормально все? Круто. Добрый вечер! Мы очень рады вас видеть в этом очень дорогом для нас месте. Суздаль для нас — это второй дом, а может быть даже и первый. Ивета Николаевна Воронова — удивительная женщина, которая придумала сказочно-фантастическую историю под названием «Новые имена». Это самые яркие впечатления были. Это огромный, неоценимый опыт концертной деятельности. Вот когда мне было 16, 17, 18, 19 лет, вот в этот период приобретения новых друзей, с которыми мы до сих пор общаемся. Огромное количество музыки, городов, поездок вдруг. Это мои самые первые главные поездки были. Ну, просто потрясающе. Со мной занимался Даниил Шафран. У меня было 4 урока с ним. У него было со мной 4 урока. И просто впечатление незабываемое. Я запомню эти уроки на всю жизнь, и это уникальная возможность, которая дала мне в школу. Подарок городу, это подарок области, и это важный шаг к новой жизни летней школы фонда «Новые имена» в Суздале. Но у нас есть своя личная история с новыми именами связанными. Во-первых, для меня это инкубатор вот моих творческих партнеров и губернаторского оркестра. Это школа, из которой вышел и Денис, и Катя, и Боря. Сейчас я бы хотел сказать несколько слов о том коллективе, который находится на этой сцене. Это наш любимый губернаторский Владимирский оркестр под руководством маэстро Артема Маркина. Вы знаете... Знаете, это удивительно гибкий, удивительно мобильный коллектив, который может сыграть абсолютно любую музыку за кратчайшее количество репетиций. Я это знаю по себе, и Катя тоже. Я это тоже знаю. И практически нет такого солиста, который бы не играл с этим замечательным коллективом. Абсолютно. И это вот так здорово совпало, то, что этот коллектив находится рядом с Суздалем. Это фактически совместный проект Центра классической музыки «Новых имен» при поддержке Департамента по культуре, при поддержке лично губернатора. Об этом дне давно, в общем-то, мечтал. Мы 15 лет с Денисом дружим, общаемся, играем. Наконец-то пришло, значит, время. С оркестром я играю во второй раз, но именно на открытой сцене и перед такой публикой первый раз. Очень хорошая атмосфера, очень много людей. Играешь под открытой природой, открытая сцена. Смотришь, а у тебя над головой закат, небо. И потом думаешь о музыке, о Вивальди. Это было потрясающе. Дети, которые сегодня играют, это тоже будущие звезды российской сцены. Я думаю, даже мегазвезды, потому что как маленькая девочка, откуда в ней столько джаза вообще может быть, это даже в голове не укладывается. Сегодняшний концерт для меня праздник. Потому что я в красивом платье, много зрителей. В
я счастлив. Вот сейчас, знаете, я так счастлив. Вот это я хочу сказать. Вот когда вот это я вот сегодня видел и принимал участие. Вот сегодня было большое счастье. Везде, вот куда я ни приеду, всегда встречаешь кого-то, кто был в новых именах. Даже на Западе, даже в каком-то, вот играешь с каким-то западным оркестром. Там будет кто-то, кто вот с тех пор. Я не был в новых именах сам, потому что я уже был лауреатом взрослого конкурса, примерно когда новые имена образовывались. Вот. Но мы всегда как-то были рядом. Мне очень все нравится. Мне нравится город. Я впервые. Вот. Я же просто, поскольку много езжу, гастролирую, я могу ощутить очень быстро зерно. И здесь, конечно, мне прям я свет почувствовал, мне очень хочется вернуться. Очень красиво, тут очень такая природа красивая, тут очень круто, мне тут очень понравилось. Знаете, новые дети, у них, они вообще очень боевые, они очень волевые. Дети, их реальный возраст, он превышает их физический возраст, на самом деле. Они разговаривают как взрослые, они мыслят как взрослые музыканты. Запомнил тот храм. Знаете, ради таких моментов стоит играть на открытом воздухе с необычной акустикой, микрофоны. Но это стоит того, потому что вот это единение с этой публикой удивительной, которая рядом с тобой сидит на травке практически, дети, взрослые, пожилые люди. Это уникальное единение. Вы знаете, здесь всегда такое в Суздале происходит. Имена детства, когда я еще была ребенком, ученицей Центральной музыкальной школы, стипендиатом фонда «Новые имена». Мы ездили на разные гастроли по разным интересным фестивалям, странам. Потом уже через много лет я вернулась сюда в качестве преподавателя. И в летней школе «Новых имен» в Суздале. Все отсюда вышли когда-то, и мы сюда возвращаемся постоянно. И это преемственность поколения, это самое лучшее, что может быть.
Рахманинов, потому что это вообще мое любимое, самое мое любимое сочинение для фортепиано с оркестром. И потому что он очень нравится и слушателям, это я знаю точно. И здесь мы совпадаем, профессионалы и непрофессионалы одинаково трепетно относятся к этой музыке. Она никогда никого не может оставить равнодушным. Я могла бы тоже сыграть Гершвина, это был бы совершенно другой Гершвин. Я его играла недавно в зале филармонии, но, конечно, таких джазовых каденций, кроме как Денис, никто не может нам устроить. Спасибо еще раз огромное Ивете Николаевне Вороновой за то, что она это все придумала в свое время. Она вместе с нами, она все видит. И, конечно же, невозможно не испытывать восхищение от нашей исполнительской великой русской школы. Вы видели, какие сегодня были у нас потрясающие артисты, начиная с 6-летнего Елисея Мысина, заканчивая уже известными мэтрами. Сегодняшний концерт дает прицел на будущее, потому что этот концерт можно развернуть в двух, в трех, в четырехдневный фестиваль, чередуя концерты с мастер-классами. Я думаю, что эту добрую традицию нужно делать здесь каждый год, потому что ни с чем не сравнимая энергетика, которая царит между сценой и публикой. Браво всем! Браво новым именам! 25 лет летней творческой школы в Суздале! Ура! Ура! Спасибо вам всех! На следующий год увидимся на этом же месте, абсолютно точно. До скорых встреч! До встречи!